Всем привет! Сегодня у нас одна посылочка, и это у нас должна быть такая подушка, вешается на ремень безопасности, или можно на сумку повесить в поезде где-нибудь себе подстелить на плечо. Пришла посылка за 8 дней, 30 октября я ее заказал, сегодня 8 ноября, то есть ее сегодня доставил курьер. Доставил приоритетной почтой, новой почтой доставили, очень быстро, 8 дней, ну нереально быстро, то есть такие случаи бывают, но очень редко. Вот, давайте аккуратно попробуем вскрыть. Больше сегодня ничего не привезли, видать, таможня опять закрылась на замок. Две штучки я заказал. Вот, они выглядят. Изначально я подумал, что это пришла такая посылка, как бы крупная. Я думал, хорошо запаковали очки Xiaomi. Очень жду уже. Ну, по сути, они должны уже прийти. Наверное, дней 20 прошло с момента заказа. И я все надеялся, что это все-таки они. Потом проверил по треку и немного даже расстроился, что это не очки. А вот такие подушечки. Подушечки, кстати, выглядят очень качественно, так симпатично. Материал такой, смотрите, как не замша, а велюр, наверное. Вот. Ну, если я ошибся, не судите строго, потому что я в тканях не особо разбираюсь. Вот так выглядит здесь у нас внутри такой вот мешочек с каким-то синтепоном, да. Вот. И вот так вот закрываем. Вешаем на ремень. И потом можно спать. Тут у нас наклеечка Beach Tangle. Вот. Я вообще их купил ребенку повесить в сиденье в автомобильном на ремни. То есть ему будет мягенько, и если надо поспать, он сможет там поспать. Ну, или куда-нибудь еще применю. Сейчас возьму один из ремней, попробую. Давайте сразу вторую распакуем, посмотрим на нее. Она точно такая, точно такого же цвета. Решил прицепить себе на сумку, то есть показать, как в принципе путешественники могут ее себе прицепить. И заодно покажу, как я организовал сумку свою. С которой, ну, я хожу, пользуюсь. Брал ее тоже на GearBest, обзор на нее есть. Вот она как так выглядит. Смотрите, я сделал, здесь есть такой вот карманчик. Я как бы долго не думал, ну, долго думал, для чего он. И я, смотрите, как организовал. Сделал сюда, вот повесил на такой штучке сумку. То есть наша сумочка, которая пришла акционная. Вот, купил еще одну такую сумку. Вот, я вот здесь ее зацепил, и когда мне она нужна, допустим, я с этой сумочкой хожу всегда, и когда мне понадобилась эта сумка, отстегнул, достал, и все, открыл, воспользовался и так далее. Вот, отлично, мне нравится, и эта сумка мне очень нравится. Ткань, получается, не запачкалась, я ею день в день, то есть ежедневно я ей пользуюсь, этой сумкой. Вот она в идеальном состоянии, как была, то есть очень хорошего качества. Мне очень понравилось. Брал тоже на GearBest. Ее у меня в обзорах есть она. Вот, и давайте посмотрим, как получилось. На ремень мы повесили. Сейчас померяем. Вот так сумка выглядит, да, то есть можно вот так повесить на сумку, допустим, если вы путешественник, куда-то едете или еще что-нибудь, на походную сумку, не на такую, как бы, ну, на походную. Или если вы любите поспать где-нибудь, ездите, допустим, в автобусе или этот, можно и на такую, да, городскую. То есть, если вы, допустим, в метро или на автобусе, у вас там полчаса нужно ехать до работы каждое утро, а вы хотите поспать, повесили на свою сумочку, вот. Подтянули и все, и тримаете себе в поезде хорошенечко. Вот, выспались, хоп, стянули и все, и потопали дальше, как вам удобно. Либо можно ее перетянуть назад, вот, и она будет у вас сзади. То есть сумочка вот здесь впереди,
повернулись, эта штучка сзади. Вообще клевая вещь, мне она понравилась, и вот я уже столько идей придумал для того, как ее можно использовать, помимо того, чтобы ребенку в машину, поэтому что-то я задумался еще парочку себе взять, они там стоят сущие копейки, вот, и хорошего качества довольно-таки, мне очень нравится, и мягенькая, ну, приятная. Вот, на этом у меня все, подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч и удачных покупок!